Всем привет! Вы на канале Коли Лего Мастер. Я вот только что вернулся из Турции, зашел в Инстаграм и увидел много разных фотографий новых наборов 9 эпизода. Я сейчас нахожусь во ВКонтакте, вот, и сейчас я вам покажу новые наборы по 9 эпизоду и один наборчик по Мандалорцу. Я их нашел в группе Super Lego Man 444 ВКонтакте. Вот, думаю, он не обидится, что я у него взял. В общем, давайте смотреть. Первый набор — это у нас вот такой вот 75-250. Это вот такой вот набор с Рэби 8 штурмовиком летающим и обычным штурмовиком, который на байке. Вот, набор классный, мне он нравится. Ну, мне все наборы понравились. Следующий набор — это у нас Y-Wing. Вот. Y-Wing. Здесь 5 фигурок. 2 дроида. Новый персонаж. Новый штурмовик. И Пом. Дэмерон. Тут 3 такие торпеды. Запасная вот такая вот пулька. И разлетай. Классный набор. Дальше Эйвинг зеленый. Видите, он на Эндере. Вот, Эйвинг. Тут 2 персонажа. Лейтенант Коникс, по-моему, ее зовут, да? И еще пилот какой-то. Я не помню, как его зовут. По-моему, как-то Снэп Вексли. Или как-то, в общем, что-то похожее. Вот. Лейтенант Коникс, да. Это Йода играет, дочь этой Леи. Дальше у нас идет набор 75-246, по-моему. Вот, тут у нас идет Бен Кеноби. У меня такой есть. Ну, и не такой. Ну, набор тоже классный, но я его попрошу. Вот. Набор классный для тех, у кого нет Звезды Смерти. Вот. У меня есть такая часть Звезды Смерти. Очень классный набор, мне понравился. Вот. Я, опять же, пушка еще маленькая, вот. Ну, ладно. Вот, да, так... Смотрели. Так, теперь переходим к другим наборам. Вот, так, теперь с чего начнем? Давайте с ST75254. Это по Мандалорцу единственный набор. Так, вот. Тут 4 фигурки, 3 новых персонажа и один Мандалорец. Я не знаю, как его зовут. Вот. Сериал еще не вышел, он выйдет в ноябре. Смотреть просмотр обязательно. Вот, я буду смотреть, подписку я куплю. Вот. Тут такие ноги классные, ну, старые, типа. Это, видите, это Эндор, по-моему, Эндор. Вот, Дисней, все такое. Вот, классные очень. Видите, тут знак какой-то. Вот, ноги двигаются. Далее у нас шаттл Гайлорена 75-256, да? Вот. Шаттл Гайлорена новый, черный, прошлый пропустил. Этот пропустить просто мне нельзя. Обязательно к покупке. Вот тут получается красный штурмовик, новый какой-то генерал, по-моему, не знаю, как его зовут. Вот два вот этих Рекса, ой, каких Рекса, рыцарь Рен и Кайло Рен. Вот, видите, тут функции классные, у него правильный цвет, не серый. Вот, и дальше у нас Сокол. Сокол тысячелетия. 75-257. Набор обязательно покупки у меня он будет. На Новый год его попрошу. Будет стоить около 13 тысяч. Вот. У него, смотрите, у него... Я вот так и знал, что у него будет новая конструкция. У него тут персонажи новые, Лэнда, в общем, все. Просто шикарный набор. Я, когда выйдет первый обзор, я буду их смотреть хоть на английском, хоть на русском, без разницы, там, хоть на украинском, на таджикском, в общем, без разницы. Вот. В общем, просто офигенный набор. Пушка новая, вот эта штучка сиденья, все новое, классный набор, обновленный. У меня есть версия 15 года, у меня есть версия 18 года и будет версия 19 года. Вот это Вексли сейчас был, так, это новый персонаж. Смотрите, Чуи и Лэнда. У них разный арбалет. У Лэнда плохой арбалет, у Чуи получше. Вот, смотрите, тут гладкие эти пины. Он, по-моему, самый лучший из таких вот средних соколов, которые там за 13 тысяч стоят. Вот. Так-с.
пришли опять эти наборы. Классный набор. Так. Ну, давайте посмотрим на Эйвинг снова. Вот. Эйвинг. А, вот эти новые персонажи. Вот. Это рыцарь Рен, Кайло Рен с новой маской. Так. Кайло Рен с новой маской. Вот. Красный штурмик с Джесси Голд бластером. Лэнда, смотрите, с новым таким бластером. Новый персонаж и Ситрипи. А, вот это вот, ну, не помню, как её зовут. Как, блин. Ладно, нравится Эйвинг, Эйвинг. Ну, в общем, да, классный набор шикарных, по-моему, вышло 8 наборов. И полностью все наборы в коробках. Вот сейчас. Первый набор 75-246, это... 46, да? В общем, вот это Дестер часть, Эйвинг. Эйвинг. Классные коробки, да? Эйвинг. Дестер. Тут, кстати, пушка маленькая. Ну, и... Потом Вайвинг. Тоже классный, офигенный, шикарный. Покупки. Вот этот набор мне очень понравился. Прям... Не знаю, почему, но классный, классный. Рейн новый, все персонажи новые. Загружается, загружается. AT-ST, да? AT-ST Walker. Вот, класс. Набор 75-254, 64, вот. Йода. UCS у меня будет 75-255. Вот, не знаю, там 1020 будет стоить. 20. Вот, 75-255. Попрошу на день рождения потом, не знаю. Вот. Ну, классно, классно. Старая версия лучше, конечно, но... тоже неплохо. Сокол великолепный, шикарный, прям самый лучший. В общем, всем набор посмотрели. Пишите в комментариях, какие вам понравились, какие ваши самые любимые пишут, смотрите. Ну, в общем, какие-то незнатки Звездных войн. Ну, вот, Легомен 444, подписывайтесь на него. Так, что у меня тут? В общем, подписывайтесь. Ставьте лайки на Супер Легомена, подписывайтесь на меня, на всех, на кого хотите. Не надо отписываться, в общем, вы отписались. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.